Сегодня мы с Ксюшей делаем челлендж 100 слоев. И у нас будет 100 слоев бахил. Да. Спонсор показ бабуля. У нас есть пачка бахил. Здесь ровно 100 штук. И сейчас мы их будем надевать. Куда? На ноги. На ноги. Давай, пошла первая пачка. Поехали? Да. На, надевай. Давай я тебе помогу. Маленькие, опа. Большие. Маленькие. Давай, ты одну ногу надеваешь, а я вторую. А руку можно одевать? Нет, только ногу. А потом попробуем походить. Попробуем? Давай. Давай. Давай тебе наденем. Опа. Давай вторую ногу. Давай. Опа. Смотри, какие у тебя валенки уже получились. Одна есть. Мне кажется, надо было без носков одевать, нет? Да, так есть. Держи. Если в 100 слоях будет очень тепло, я думаю. Да и тепло, мне кажется, фиг промокнешь, да, наверное? У меня говорит, не получается говорить. У меня не получается, я мультик зато посмотрю, да? Так. Ну, покажи ноги свои. Подними. Такие валенки получились. Валенки, да? Что, вот 26 размера, теперь у тебя будет 45 размер. Или думаю, еще больше. Я думаю, до 30 мы точно дойдем. До 30 дойдем. Ну вот. Потом так, вот Алиска что делает. Сейчас наденем, может потом мои ботинки одеть. Походи. Да. Тебе? Давай. Своим богатушку. Все, довольна? Так? Так? Ну все, скажи спасибо. Все нормально? Да. Да? Все, да? Пятый десяток бахил идет. А если попробовать. В сумме одна плюс вторую ногу, это уже 100. Ты фигня. Ты же как ощущение? Подожди, а что ты на кончик такой твердый стал? Ну потому что они скомкают. Смотри, фига себе, как у тебя там на самом деле нога. Пока ты куда уходишь-то? Тебе бахилы надели, ты теперь пошла? Давай, давай, удачи тебе. Давай, пока, все, счастливо. Ну что, попробуем ходить. Ну как? Прикольно. Так, это сейчас 50, правильно? На ковре очень прикольно. На ковре прикольно? Это 50, да, сейчас получилось? 50 слоев бахил. Давай дальше туда одевать. Поехали? Давай, не остановимся, надо стыдный там. Что ты с ним сделала, Алиса? Скажи, я его в трусы превратила. Да. Скажи сейчас. На-на, говорит. Одевать давай. Давай. Вот это работай ножка. Давай. Давай, вот работай. Пока. Ты пошла? Ну все, удачки. Опять уходишь? Вот она, смотри, Ксюша там. Снимай с тобой ее. Да? Оператор маленький. Эй! Кто это здесь? Подсматривает. А на эту носку. А на эту. Все, по очереди надеваю. Так-то на танцы сказали. Типа, ребят, приходите, знаете, чтобы холода не было, таких типа валенках. Я теперь знаю, в чем мы придем. Бахилах, прикиньте. Выделимся на кинотанцах. Сейчас, Алиска. В бахилах, как... На-на, говорит, одевай, мне сейчас летела нога. Вот все. Все, нормально надели? Еще один надеть тебе? Чтоб тепло было. Что ты с ними делаешь, Алиска, маленькая? Давай, дальше. Фух. Что, вспотела, мама? Я столько бахил еще ни разу не надевала. Ты тут знаешь, как профессионал будешь в больницу, такая придешь, сейчас я таком, и там всех сразу обуло. Я могу забить. А где за трубу? Вот так. Ого. Сашка, ты на смурфиков похожа. Вот, я думаю, что... Точно. Блин, а я думаю, что такое, извини, пожалуйста, я на ногу наступил мамину. Я думаю, это что такое?
Это мягкое, это вообще такое, коврик какой-то, тапочки валяют. Ну ты смурф, но тебе надо тебе еще в синий покрасить цвет краски. Смурфетов, все же Смурфетов. Так, ну что, это сколько? Это 70. А, нет, у них 70? 70 пар бахил. Да все уже, нас закрыли. Ребят, подписывайтесь на мой канал, у меня столько много еды для видео. Так, у нас осталось 22 бахила. 80 пар бахил. 80 на каждой ноге. Итого 160 бахил на тебе. Как мышки. Вот здесь носик, а вот сюда еще хвостик надо сделать. А тут глазик будет. Похож на мышку? Ничего себе. Фигня какая. Фигуля. Ух. Как будто ножище такая. Такое прикольное, как мультяшка. Мультфильмы, мультяшки. У кого такие были ботинки? Ну-ка вспоминаем. Микки Маусы такие были. Только красные. Да, только красные. Что, сейчас не проблема, сейчас за краской бегаем, да покрасим. Ну что, мы справились, да, с этим? Почти, подожди. Ну, круто, сейчас мы еще проходит. Может, Савик такой отправим, сейчас спать положим, и Савик отправим. Мы спать так отправим. Бахил. Давай. Все. Сауна для бахил, о, для ног. И... Что, все? Можно даже отчет сделать? Два. И последний. Последний? 99 и 100. Ура! Ура! 100 штук. Ура! Ну покажи нам 100 штук, походи. Смотри, какие. Фига себе, кому-то туфли. Ну-ка, иди сюда же. Слушай, они скользкие? Да. Стой, дай посмотрю. Смотри. 100 пар бахил, их даже вот все вместе. Опа! Ну-ка, попрыгай, будет пружине тебе. Ямочка прыг-прыг делает. Такие прикольные стали, такие как у Микки Мауса, да? Как у Мини Мауса получается. Ну, спрыгни отсюда, вот с дивана, давай на пол. Тебе не так будет больно? Ну дай. Скользкая. А прикольно прыгать? Да. Они вон разваливаются уже. Валяются, это Алискин бахил. Да, это не те, да, это Алискин бахил. Ну-ка еще раз. Опа, ничего себе круто. Ну прикольно, тебе понравилось? Да. Супер. Прикольно. А Алиска, иди померяй. Дырка такая. Давай, Алиски, попробуй. Александр, давай. Чёрт, я скажи, боюсь. У вас нафиг. Давай, тапочек. Ну-ка, стой. Смотри, топ-топ. Ну-ка, давай, Алис, выходи. С одной стороны, мы тоже опять компактно упаковали. А что, удобно доставать теперь? Каждый по 100 штук. Отлично. Пас! Ой! А так? Да, так. Чем еще поиграть с ребенком, как не бахилами, да, покидать? Да, вот поиграем, высыпалась. Вышибала бахилами. Да. Это надо так, это в больнице так врачи развлекаются. Давай, ты кидай. Иди, кидай, давай. Да, ну-ка иди, кидай, бам, делай. Ну-ка давай, бам, ну-ка стой, не шевелись, скажи, да? Давай, 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 давай. Ох, испугалась. Ой, меня ты зачем? Давай, не кидай, ты. Ты довольная такая, смотри. Ей нравится причинять, походу, боль. Это будущий врач. Не надо. А ты принимала лекарства? Надя бахила им по башке, да? Это что? Это стоп применения бахил, да? Первое, одеваем обувь. Второе, шапочки. Третье, играем. А сейчас что? Давай, а теперь стоп. Бахил.
ладонь. Парик из бахил, давай. Парик из бахил. Давай парик из бахил. Давай, ну-ка, давай оденем. Альбас туда запомнили. Какая пилотка, как они... Пилот, да. Ну-ка, пионер, сделай так. Служил отечеству. А еще вот так мы можем. А это как ее? Малефисента такая получается. Как сделать Малефисенту из бахил? Вот как! Оп! Причем варежки, еще одно применение бахил. Да, варежки? Так вообще можно ребенка одеть! Идите что вы, покупайте бахил, одевайте ребенка! И можно рюкзак сделать. Единственное, есть только нельзя, так все вообще можно сделать. Зато можно есть из бахил. Из бахил? Точно? Нету тарелки, есть из бахил. Если у вас недостаточно густые волосы, возьмите пачку бахил. Создайте видимость. Да, создайте видимость. Держится? Надо на шпильке. Не держится. Ну ладно, это не прокатило. Так, это кто там с нами телефоном, еще и ботинки? А? Я? Да, я. Еще тут дам тебе. Пока она сейчас уезжает же. Помнишь, она же уезжала. Да, ты уезжаешь? Да, ну пока. Все. Вон, бика у меня. Ну все, а давай. Карточка взяла. Хитрая какая. А, машина подогнала себе. Свои заработай. Телефон, деньги. Салют из бахил. Салют из бахил. Сейчас мы, походу, все 100 применений сделаем. Салют! Салют из бахил. Еще одно применение. Нет на Новый год салюта, не беда. Бахилы выручат всегда. Нету денег на компьютере. Опять бахилы ты купи. Смотри, дождевик для кукол, Ксюш. Ой, смотри, точно, дождевик для кукол. Смотри, вот доктор Плюшева, и теперь в дождевике. Можно для любой игрушки, между прочим, и носить в садик, когда дождик. Так, да? Ну что, правда, что бахилом придумал применение? Уже сейчас 100 наберется. Вот так вы знаете, сколько много придумали? На самом деле, бахил такая веселая игра. Вот честно вам скажу. Я никогда в жизни не думал. Теперь я буду знать, чем заниматься в больнице. Бахилы. Не знаю, чем развлечь ребенка. Купить ему пачку бахил. С вами была Ксюша Макарова. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. На мой канал смотрите. Пока! Понравилось видео? Не забудьте подписаться и ставить лайк.